Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання, час приєднатись до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – готуємось до ювілею обласного палацу культури. Йому 50 років. І сьогодні у нас в студії директор обласного палацу культури, заслужений працівник культури України Марія Добкіна, керівник хору ветеранів війни та праці Володимир Горбенко, заступник директора обласного палацу культури, режисер, постановщик, сценарист Інеса Круковська і керівник зразкового ансамблю сучасного танцю «Пасадена» Катерина Олексєєва. Друзья мои, здравствуйте. Очень рада, и я думаю, что и телезрители тоже рады вас видеть. У нас сегодня в студии такой, друзья мои, творческий десант, потому что люди, которые сидят перед вами, они не просто работают во Дворце культуры, они живут Дворцом культуры. Это их дом, и это их жизнь, и этой своим творчеством они делятся с вами практически каждый день. Да, Мария Николаевна? Конечно. Конечно. И вот 50 лет в строю всегда. Всегда. 50 лет в строю всегда Владимир Ильич Горбенко. Мы подсоединились позже. Это просто один из трех сегодня живущих, здравствующих, работающих сотрудников областного дворца. Мы подсоединились позже, но мы тоже в строю. И мы все празднуем 50 лет нашего любимого учреждения. К этому юбилею дворец готовился очень серьезно. Ну, я считаю, я думаю, что, наверное, где-то в течение года. Каждый коллектив, творческий коллектив дворца, каждый его клуб подготовил свою творческую программу, свой творческий отчет, которые были на протяжении этого юбилейного года. Это и ансамбль танца «Судостроитель», и ансамбль народного танца, зразковый народный ансамбль «Юнги», это и народный ансамбль танца «Грация», это и «Пасадена», и зразковый «Привет», это фреш, все коллективы, от хора ветеранов до самого младшенького «Фреш Тайм», зразковый ансамбль детский, все готовились к этому празднику, подготовили новые красивые художественные номера, съездили со своими концертами, мы благотворительно ездим уже лет 10 в интернаты, в Очаковский интернат, в интернат на улице 8 марта. Мы свое искусство и свои улыбки, и свои здобутки мы дарим всем. Нам есть чем поделиться, нам есть что подарить людям, а это наша любовь и наши творческие достижения. И мы это обязательно сделаем. Финальное мероприятие состоится 20 октября в 5 часов, 17 часов. Но когда мы столкнулись с тем, что масса архивных материалов, масса воспоминаний, мы даже по этому поводу сделали творческий буклет. И когда мы с этим столкнулись, мы поняли, что в итоговый концерт наша история просто не поместится. Пользуясь случаем, мы сделали второе мероприятие. Как раз мы чествовали и людей поважного віку, и ветеранов областного дворца культуры. Мы соединили два в одном, чему очень благодарны нам и наши ветераны, и ветераны Заводского района, и ветераны Центрального района, и совет ветеранов города. Концерт получился очень красивым, очень теплым, с большой любовью. Люди до сих пор звонят и вспоминают, и благодарят. Постановщиком этой программы, сценаристом, режиссером-постановщиком была Инесса Олеговна. Принимали участие все-все творческие коллективы. То есть свою любовь, свою благодарность нашим ветеранам мы посвятили 4 числа. А всем остальным, кого мы не успели поздравить, мы будем поздравлять 20 октября. 20 октября в 17:00 состоится большой, друзья мои, гала-концерт, посвященный 50-летнему юбилею нашего областного дворца культуры, в котором работают совершенно уникальные люди. Правда, уникальные без всякого. Вот, например, Владимир Ильич. Мария Николаевна, раскройте тайну. Да, раскрою. Вот, во-первых, это наш самый, один из первых работников. Во-вторых, это творческий человек. Он начинал работать с ансамблем «Корабел». Сегодня, становясь сам старше, мудрее,
Это он становится руководителем хора ветеранов войны и труда. Ну и по секрету открою. У него сегодня день рождения. И как вы думаете, где он будет праздновать? Он будет праздновать его со своим коллективом в Центральном Собесе с концертом. Владимир Ильич, наверное, вся жизнь вот так вот концерты, репетиции. Да, и даже день рождения в кругу коллектива. Ну да, что ж поделаешь, так, такая работа. Вы являетесь руководителем ансамбля хора ветеранов войны и труда. Будьте добры, специфика вашей работы, именно с участниками хора. Ну, коллектив, у меня такой возраст в коллективе, от 55-56 лет до 94 лет. Ух ты! Вот такой, вот такая вилка идет. Вот, значит, там такие, в такой возраст. По списку человек 70 человек. 70 человек – это по ваш списку, хор? Это хор, да. Но так вот мужской состав очень… Хлипок, да? Да, уходит рано. Вот, было 15 человек, а сейчас осталось только 6 человек. Смотрите. Ну, пополнения пока нет. Ну, пытаются там, приходят, спрашивают, как, да, ну, вот я приглашаю, ну, сказал уже после 50-летия, да, уже приходите, будут работать. Вот, ну, репертуар у нас такой, песен поемы, современные песни, лирические песни, героические песни, песни 50-х годов, когда участники хора, которые по 90 были молодые, пели эти песни. Вот, очень нравится. И они с удовольствием приходят, с палочками здесь идут, которые, ну, в котором возрасте. Вот, с удовольствием поют и уходят после репетиции хора и после концертов, вдохновленные, вот такие, оживленные такие. Ну и вообще, когда человек поет, он становится здоровее, дышит, и циркуляция крови по кровеносным сосудам, это дает омоложение. Так что вот я уже так же говорил, и вот те, которые 94 года, они поют уже, 70 лет поют. Как здорово. Да? Дорогие мужчины, я хочу вас привлечь к тому, что вот как-то говорят, что мужчины живут меньше, чем женщины. Дорогие мужчины, приходите, пожалуйста, в областной дворец культуры, в хор, к Владимиру Ильичу Горбенко. Будете жить долго, здорово и счастливо. Мария Николаевна. Владимир Ильич очень скромный человек. Он просто еще не сказал одну очень интересную, важную деталь. Это творческий человек, это композитор. У него написано очень много песен. Мы недавно делали большой творческий вечер Владимира Ильича. У него даже написана детская опера, которая будет поставлена в музыкальной школе Николаевской области. Вот мы чуть позже едем туда на премьеру. Как только она состоится, обязательно скажу. И вы нам обязательно расскажете. Обязательно расскажу. Хорошо. Инесса Олеговна, будьте добры. Сейчас Мария Николаевна рассказывала о вечере, который был посвящен тем людям, которые много лет проработали во дворце. Вы являетесь и режиссером, и постановщиком, и ведущей, и при этом еще и заместитель директора, Инесса Олеговна. То есть, да, работаете вы больше, чем вам платят, да? Я довольна. На самом деле, потенциал коллективов дворца настолько огромен, что мы не можем охватить одним концертом все таланты. Но 4 октября состоялся вечер благодарности нашим самым лучшим мастерам, лучшим учителям, о которых мы просто не имеем права не вспомнить. Это прежде всего первый художественный руководитель дворца Игорь Петрович Криворучко, заслуженный работник культуры. Заслуженный работник культуры, руководитель ансамбля «Судостроитель», который основал его и проработал в нем более 20 лет, это Михаил Григорьевич Кизельман. Конечно, это заслуженные работники культуры, руководитель ансамбля «Грация» Почтаренко Владимир Георгиевич. Это Западин Нина Григорьевна, руководитель оперно-вокальной студии. Это бывший руководитель духового оркестра Корнеев Олег Митрофанович. И еще многие-многие, которых более нет с нами, но без истории нет будущего. Поэтому этот концерт назывался «Нашим замечательным предшественникам посвящается». И всю свою любовь и благодарность мы
постарались в этом концерте показать. И, конечно, мы сказали о трех наших китах, которые стояли при основании дворца и до сих пор с нами в строю. Это Владимир Ильич Горбенко. Поэтому вы его так плотно взяли в кольцо. Да. Это руководитель оркестровой группы хора ветеранов Борис Иванович Мамонтов. Позавчера он играл на сцене «Карусель», произведение «Карусель». Борису Ивановичу исполнилось 92 года в этом году. И он по-прежнему с нами рядом. И, конечно, это главный инженер, который принимал дворец в 1967 году. Это Сергей Николаевич Соколов. Мы их приглашали на сцену, тоже чествовали. А вот вторая часть нашего празднования, это 20 октября, которое состоится, здесь будут более молодые, более современные коллективы. Мы о них тоже будем много говорить, потому что, несмотря на их молодость, они уже очень заслуженные, имеют много наград и званий. И еще будут принимать участие в концерте учреждения культуры города Николаева и области, с которыми мы тесно сотрудничаем. У нас много совместных проектов. Это и музыкальные учреждения, это и колледж культуры и искусств, это русский драматический театр, это украинский театр, это степевские музыки Николаевский район, ну и не будем раскрывать всех секретов, кто еще будет. И, конечно, новые номера подготовили коллективы дворца, они очень ждут встречи с любимым зрителем, потому что я думаю, что нет ни одной семьи в городе, которая бы не прикасалась к творчеству дворца, или были участниками, или зрителями. Поэтому я считаю, это праздник не только дворца, это праздник всего города и всей области. Конечно, тем более, что дворец, он как на высоте, стоит высоко, глядит далеко, и у вас есть замечательная связь между старшим поколением и молодым поколением. И вот, друзья мои, перед вами сидит Екатерина Алексеева, она руководитель ансамбля современного танца «Пасадена», да, Катя? Да. Мы встречались с Екатериной буквально, наверное, недели две назад, но за эти две недели она уже успела со своими воспитанниками съездить, станцевать и привезти награды. Катя, там, где вы, там награды. Ну, мы стараемся, чтобы так было. Мы один из самых молодых коллективов, хотя, в принципе, мы уже праздновали свое 20-летие. Да, у нас достойный послужной список, у нас много кубков. Мы их пополнили вот последними это званиями первым и вторым местом на чемпионате Европы по версии одной из международных танцевальных организаций. То есть мы были в Варшаве, мы достойно боролись, вот, и мы с гордостью привезли, пересекали границу Родины с кубками, вот, в нескольких номинациях, поэтому и наш арсенал пополнился, ну и как бы все это, естественно, к юбилею любимого дворца, потому что мы побеждаем только потому, что у нас есть дом. У нас есть замечательный дом, где мы творим, где мы тренируемся, где мы имеем базу, которая дает нам возможность вообще что-то делать. Вот, поэтому, конечно, и концертные номера, и конкурсные победы – это все, в принципе, скажем, благодаря нашему дворцу, в котором мы с самого основания. То есть 20 лет мы работаем в областном дворце культуры, и за 20 лет многого достигли благодаря областному дворцу культуры. Ну вы же во дворец пришли совсем маленькой девочкой, начали танцевать, да? Танцевать я начала в Корабельном районе, вот там я была маленькой девочкой, во дворец я попала, мне было 14 лет, я танцевала у Владимира Георгиевича Почтаренко, там познакомилась со вторым руководителем и мужем, с Юрием Вдовиченко, и там нам поверили как молодым специалистам и дали возможность организовать свой коллектив. Вот, то есть попробовать мы были танцорами бальниками, вот, танцевали бальные танцы, но нам доверили создание коллектива современного, ну, тогда еще эстрадного танца, ну, вот, оправдываем доверие, стараемся каждым своим шагом, каждым своим движением, постановкой, концертом, это высокое, скажем, доверие оправдывать вот ежеминутно. Ну и тем более, что приятно оправдывать такое доверие, да, Катечка? Ну, да, безусловно. Вот даже чисто лично, вот для себя приятно. Однозначно. Всем своим участникам, те, кто приходят на чинашки, я говорю, вы поймите, вы имеете уникальную возможность выходить на самую главную сцену области.
То есть для вас это дом родной, репетиции, вроде как, ну, как к себе домой, да, на сцену выйти. Но на самом деле мы имеем уникальнейшую возможность дарить свое творчество на самой лучшей сцене области. Этого много стоит. Действительно. Мария Николаевна, вот сейчас, слушая всех работников, ну, я даже не знаю, нельзя сказать, что работники дворца, это неправильно, это участники, наверное, это жители дворца. Да. Понимаете, слушая, ты понимаешь, что действительно вы живете крепкой семьей, но, что еще самое главное, созданы условия для того, чтобы люди могли работать. И даже в сегодняшних непростых условиях во дворце созданы условия для работы и, что самое главное, для творчества. Ну, понимаете, это очень серьезное. Одно дело просто приходить на работу и отрабатывать 8 часов, другое — приходить на работу и нести свои творческие замыслы, нести свое желание что-то сделать и подарить, нести свое добро, свою эмоцию, свою любовь и обязательно отдать людям. Потому что дворец складывается не только из работников. Дворец складывается из творческого состава, технического обслуживающего персонала. Они прекрасно понимают, что им нужно сделать для того, чтобы на сцене было светлее, в классах было уютнее, чтобы было красиво. Есть художники, есть слесари, есть инженеры, сантехники. И это все работает на единую цель. Это одна семья. Есть еще одна семья дворца, которая крепким тылом, крепкими своими руками, своей любовью нам помогают. Это наши родители. Это родители всех участников детских творческих коллективов. Взрослые приходят сами, но впервые во дворец приводят детей, бабушки приводят, мамы, папы. И прежде всего 50 лет дворцу – это тоже их праздник. Праздник благодаря их теплу, благодаря их участию, благодаря их вере в то, что, приведя ребенка, они знают, здесь их научат добру, честности, теплу, доброте, любовью, научит танцу, научит театру, научит вокалу. Вот я очень благодарна им. Потом у нас, дело в том, что дворец не просто одинокое учреждение. Дворец – это семья культурных учреждений города и области. Областное подчинение сегодня – это наш тыл, это помощники наши. Сегодня внимание большое нам уделяют и депутаты области, и народные депутаты Украины. Я очень благодарна всем, кто своей любовью, своим вниманием, своим желанием помочь дворцу. Ну, мы вместе прожили эти 50 лет. Да, и дай Я Бог, очень благодарна за то, что... Да, да. Ведь, понимаете, со временем, с возрастом, человек становится старше, человек становится мудрее, а учреждение становится более мощным, авторитетным, более сильным, и возможности учреждения с каждым годом, они вырастают. Улучшается география, увеличивается зона влияния учреждения, мудреют, растут кадры. То есть с 50-летием я поздравляю всех, кто причастен к областному дворцу, кто хоть раз пришел во дворец и привнес свою любовь, свое внимание и свое желание быть вместе с нами, ну и кто с нами все это время. Мария Николаевна, вот что интересно, чем крепче традиции, тем более успешно живет предприятие или страна, и народ. И дворец, областной дворец культуры Николаева, он именно славен своими традициями, от которых вы не отходите. Одна из главных какая? Во-первых, это преемственность поколений. Ведь мы уже практически, вот даже здесь, представители трех поколений работников дворца. Если вначале это Владимир Ильич, там был Кизельман Михаил Григорьевич, Владимир Георгиевич Почтаренко, он уже ближе к второму поколению, он пришел тоже молодым человеком во дворец. А Катюша пришла, это ученики учеников. Понимаете? И вот эта традиция беречь кадры, выращивать кадры, это самое-самое главное. И обязательно беспокоиться, и в украинской мове есть слово такие «опікуватися» нашим
нашим будущим. Вот если мы вырастим свое будущее, вот такие мы и будем дальше. Но вы же растите будущее. Конечно. Вот на Катю. Телезрители, да. Посмотрите на Катерину Алексееву. Посмотрите. Хорошее же будущее. Катя, глядя на вас. Есть еще одна традиция. То есть это такая вот планка. То есть если ты работаешь в областном дворце культуры, ты не можешь что-то делать плохо. Значит, ты должен воспитать учеников к определенной культуре поведения на сцене, к определенной культуре, приучиться работать. То есть, выходя на областную сцену, ты должен быть лучшим. И это касается всех коллективов. Мы не привыкли делать что-то как-нибудь, где-нибудь, просто как-нибудь. Нет, у нас такого нет. Есть планка, ты должен, ты сам себе не позволяешь опуститься ниже. Ну, действительно, вот Инесса Олеговна, заместитель директора, ну и будь заместителем директора. Нет, Инесса Олеговна, она еще и режиссер-постановщик, она еще и ведущая. Ведь вас же никто не заставляет, Инесса Олеговна, писать сценарии, ставить спектакли. Нет, я учусь у своих великих предшественников. Это Игорь Петрович Криворучко, который сам всегда и выходил на сцену, и был режиссером. И вообще, вы знаете, мы стараемся придерживаться главным принципам наших предшественников. Это честность перед зрителем и преданность любимому делу. Вот, мне кажется, это главные черты, которые мы стараемся им соответствовать, то, что принесли наши предшественники в этот дворец. Они подняли очень высокую планку, и мы не имеем права ее опускать. Владимир Ильич, вот будьте добры, все сидящие дамы, они, когда выходят к зрителям, они смотрят зрителям в глаза. А вы, когда выходите к зрителям, вы в глаза глянули, а потом повернулись спиной, потому что специфика работы – поворачиваться к зрителям спиной. Друзья мои, сейчас у вас уникальная возможность смотреть Владимиру Ильичу Горбенко в глаза, потому что обычно он стоит к телезрителям и к зрителям спиной. Но, тем не менее, спиной вы ощущаете реакцию зала? В залах всегда, да, всегда. Это, естественно, это все. Владимир Ильич уникальный мужчина. Он осчастливливает только своим появлением, своими волшебными движениями руками. Он осчастливливает такое количество, я скажу, женщин. Не знаю, как мужчины себя чувствуют. Вот. Я забегаю во дворец, и видно, идут после репетиции, любимые женщины Владимира Ильича. Вот. Они такие счастливые. У них действительно открывается второе дыхание. Они там кровь прокачали, все у них хорошо. Они идут с таким положительным зарядом не только на весь день, а, наверное, до следующей репетиции. Поэтому это абсолютно волшебный мужчина с уникальными способностями осчастливливать женщин. Владимир Ильич, и телезрители, напоминаю, что сегодня, в этот день, Владимир Ильич Горбенко, руководитель хора ветеранов войны и труда областного дворца культуры, празднует свой день рождения. На день рождения он празднует сначала у нас в студии, потом едет на концерт. То есть, Мария Николаевна, ваши люди не расслабляются? Нет. Понимаете, самая главная черта... И при этом они еще получают удовольствие от того, что они не расслабляются. Понимаете, в чем отличие нашей работы, может быть, от другой, какой-то более технической? Наша работа несет удовольствие и тому, кто ее делает, и тому, кто получает плоды этого труда. Самое главное ведь воспитать человека... творческого, человек, который может видеть природу, жизнь своими интересными, своим пониманием, своими интересными красками. И вот это вот все понять, прочувствовать и потом спеть или об этом станцевать, это самое главное. Друзья мои, у нас осталось 2 минуты до эфира. Вообще-то мы бы могли говорить и говорить. Но понимаете, дело в том, что Владимиру Ильичу надо ехать на концерт. Мы должны отпустить его. Поэтому я бы хотела, чтобы каждый из вас поздравил и телезрителей с юбилеем, и, конечно, любимый дворец. Катечка, с вас начнем. Да, пожалуй, можно. Что любимому дворцу? Любимому дворцу... Всегда, чтобы было творческое вдохновение. Вот заходишь под крышу этого заведения, и как-то вот мысли какие-то формируются, идеи. Вот так, чтобы было всегда. Вот всегда. Вот. Конечно, здоровье всем участникам коллектива, всем, кто нам помогает, техническому персоналу, конечно, всем, кто нас окружает, потому что,
Без человеческого здоровья, к сожалению, никуда. Поэтому вот здоровье человеческого и вдохновение творческого. Инесса Олеговна, будьте добры, если можно. Я бы хотела поздравить руководителей коллективов дворца, те, которые здесь много-много лет уже, начиная еще придя сюда учениками, до сих пор они здесь радуют нас своим творчеством. Я хочу им пожелать тоже вдохновения, успехов, достижений, наград и хороших, благодарных учеников. Владимир Ильич. Да, ну, так держать. И вот еще 50 лет, до 100 лет дожили тех, кто пришли позже, после нас. Мария Николаевна, и теперь вам одно только слово. Одно слово. Да. Дворец должен быть всегда открытым для всех. Друзья мои, вот на этой оптимистичной ноте, на этой хорошей и доброй ноте мы заканчиваем наш эфир. Спасибо, что вы были с нами, и спасибо, что такие замечательные творческие люди пришли к нам сегодня в студию. Но если такие люди рядом с нами, то, в принципе, нам нечего бояться. Це була розмова на тему. На все добре.